Привет, друзья! Это видео будет называться «Поездка в Коламбус», второй раз. Почему? Рассказываю. Дело в том, что я иногда очень часто еду в Коламбус, поэтому я иногда снимаю видео, да. Может быть, что-то потом в разе что-нибудь попадется, что-нибудь другое. Интересное. И я хотел сказать то, что я не хочу, чтобы моя активность канала снижалась из-за того, что я просто не снимаю видео про метро, когда я еду куда-нибудь по метро, но в одинаковое место. Поэтому я всегда буду снимать даже те видео, которые я одинаково, как вы, уже ходил. На всякий случай. Вдруг там что-нибудь интересное появится. Начинаем. Вы уже помните, из какой станции? Так. Поехали. Ури! Очевидная станция. Сколько интересно. Поесть. Ну все, пошли. Да. Так, уже знакомы для нас звуки. Чуть дверь не придавила. Все, посмотрим. Баланс. По-моему, у меня 28 рублей. Пойдем перекинем. Некоторые смотрели мою прогулку. Ну, кто смотрел, тот знает, что мы идем опять на станцию Пражская. Да. Вообще в Москве три кольца. Вот это, вот это и вот это. Здесь космические поезда едут. Система оплаты FacePay. Ну все, поехали. Нам, конечно же, вот сюда. Пошли. Такое редко когда бывает. Интересно, это из бетона? О! Я же говорила, что будут какие-то изменения. У нас опять едет поезд из линии в депо. Оказывается, это не один на миллион, это один на один. Даже сами плакаты написано то, что это бутовская линия. Ну нелогично, что такой состав едет. Блин, а я сразу не разузнала то, что это поезд. Ага. Ну ладно, нам это не интересует, нам сейчас главное знать, что чтобы поезд нормально приехал. Находиться на поезде, который следует в тупик. За это предусмотрено административное что-то там, короче.
Д, Анина. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Ношение масок во время поездки по-прежнему обязательно. Поезд следует до станции Владыкино. Ну да, мне до Владыкино ехать, а нам до Пражской. Так что нам эта информация, это все равно. Станция Анина. Эти места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Поезд следует до станции Владыкино. Нет, блин, отрадная. Червоградская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Пражская. Поезд следует до станции Владыкино. Нет, блин, отрадная. Станция Пражская. Такое ощущение, как будто моторы включились, и сейчас поезд поедет с открытыми дверями. Но... тоже она монотонная станция, похожа на, ну как вам объяснить, станция Южная очень сильно похожа на станцию Сходнинская и станция такого же дизайна, только чуть-чуть сделанная из металла и немного потухшее освещение, это, конечно же, Конькова. А эта станция как бы такая вот сделана из металла, тихая, потому что, как я поняла, она находится под торговым центром, такая же, как и деловой центр, поэтому здесь она тихая, как бы. И здесь, кстати, я иногда видел как раз-таки видел я
Иногда здесь служебные поезда, которые ехали из Будовской линии в депо Чертаново, из Москворецкой. Не помню уже, какой депо обслуживает серое с голубой. Но, по-моему, депо Чертаново. Да. И, в принципе, здесь не так, как бы... Здесь не так, как бы, очень тихо, но здесь нормально. По крайней мере, здесь как обычный... здесь как бы обычный звук, но тихий. Но поэтому... И до свидания. До свидания.